Котельнич.май1.ру. Сайт города Котельнича. Здравствуйте, мы администраторы сайта Котельнич.май1.ру. И мы опросили пользователей нашего сайта и узнали их мнение о нем. Котельнич.май1.ру. Очень приятно, конечно, что в Котельниче появляются такие новые технологии, новые сайты. Что создатели этого сайта молодые ребята. Это вдвойне приятно, потому что приятно жить в том городе, где прогрессирует молодежь. Вообще все замечательно, что мы живем в таком городе, где все развивается много со временем. Ну, я бы сказала, что здесь, конечно, появляются горячие такие новости. Они действительно горячие бывают, потому что, во-первых, вовремя. Во-вторых, новости, которые не скрывают действительности. Любая газета как бы иногда что-то вуалирует, а здесь как бы все представлено так, как есть на самом деле. Это положительные моменты. Есть хорошая реклама, есть диалоги с котельничанами. Но, во-первых, когда я туда захожу на сайт, я не вижу, кто его организовал. Мне всегда первый вопрос, чей это сайт? То есть, кто организатор этого сайта? До сих пор все завуалировано. Это первое. Второе, значит, когда что-то видишь в плане рекламы, невозможно наладить обратную связь. То есть, вот открываешь вашу страничку, да, слева луч, справа дом торговли, здесь старые бары, значит, размещено, я уже помню так, визуальное размещение. Нет обратной связи с рекламодателями. То есть, может, у меня есть какие-то вопросы к этим, да, ребятам. Обратной связи ее нет. Может, проработать надо вот в этом плане, да, эти вещи рекламные. Дальше, значит, не нашла, также вот нужно было посмотреть расписание работы детской поликлиники, то есть его нет, электронной регистратуры нет. Кстати, вот еще один момент, значит, коли много говорим о детях, да, о нашем будущем городе, значит, что сайт города Котельнича, что вот сейчас Котельнич.ру сайт, никогда практически не освещают тему детских садов и очень мало освещена тема школ. Это же наши будущие дети, я думаю, надо все равно побольше внимания уделять вот этим моментам. Значит, что вообще происходит в детских садах? Кто-то сегодня может ответить из котельничан на этот вопрос? Я думаю, что сложно, конечно, даже родителям, которые водят детей в детский сад, очень сложно. Сегодня негатива много по закрытию детских садов. Закрылись на 3, 4, 5, 6 месяцев детские сады, ведь, так скажем, никто толком не может ответить, что происходит. Чем занимается сегодня молодежь? Тоже где? Есть. Есть, но мало, мало. Я знаю, чем сегодня молодежь занимается. Есть достаточно перспективные ребята, которые своим примером заразили бы других. Но это все закрыто. Закрытая тема. Также сегодня можно освещать тему на сайте про работодателей. Я думаю, для всех предпринимателей очень важно сделать какие-то черные списки. То есть это люди в городе, которые уже являются неблагополучными работниками. Я думаю, что это вообще вполне реальная тема. Ну и, естественно, значит, освещать какие-то новости в плане общественной жизни побольше. А так все здорово. Естественно, в курсе, что сайт появился. Просматриваю новости постоянно, практически ежедневно. И думаю, что сайт является достойным конкурентом сайту Котельнич.Инфо, который уже давным-давно появился, считался главным сайтом. Теперь, думаю, не только его посещают, но и Котельнич.Май1 тоже также просматривает новости. И тем более, что новости там, как же сказать, каждый день обновляется, и можно увидеть не только какие-то главные вещи, главные новости Котельнича, но и какие-то небольшие новости, которые создатели сайта замечают, видят и отмечают. Все новое, хорошо забытое старое. Не, ребята молодцы. У них есть свой стиль. Очень такие сюжеты неплохие. Очень мне понравился
сюжет про футбол, подготовленный Кристиной и Антоном, с музыкальным сопровождением особенно. Мы встали с колен, так что молодцы. Отдельное спасибо за это. Удачи ребятам, поменьше ошибок грамматических. Над текстами надо работать внимательно. Более такую проверенную информацию выдавать. Не из первых рук, а не через пятые, десятые руки. Да? Ну а так все, в принципе, неплохо. Это очень хорошо, что в городе появился новый информационный ресурс. Чем больше будет таких информационных сайтов, тем лучше, большее количество людей, населения, города и области будут знать о том, что происходит у нас. Но, во-первых, здорово, что информация поступает очень быстро. То есть прошло мероприятие, сразу же появляется информация на сайте. То есть очень оперативно ребята работают. Это мне очень нравится. Я знаю, что появился такой сайт, мне очень нравится. Я люблю смотреть новости на этом сайте и активно сама участвовать. Во-первых, свежие новости всегда. Каждый день можно посмотреть и увидеть все, что произошло в нашем котельниче. Все, что будет новое, будет, вероятно, интересное. Так что молодцы ребята. И дай бог, чтобы они продолжали этот сайт, вели дальше. Очень хороший сайт. Является на данный момент у меня настольным за место газеты. Прихожу на работу, открываю, смотрю все новости. Отзывы людей, очень все интересно. Полноценная информация по прошедшим делам в течение дня, в течение недели, злободневные новости. И очень удобно. Какие-то мелкие, если даже есть недоработки, они доработаются. Самое интересное то, что можно на сайте пообщаться. В комментариях, да, люди переписываются, высказывают свою точку зрения. Помимо информации, получаешь еще общение между людьми в комментариях. Ну, что я хочу сказать. Молодцы вы, что его открыли, это раз. Во-вторых, он более мобильный, очень быстро размещается там информация, это два. То, что вас там критикуют иногда за ошибки и так далее, это все приходящее. Этому можно научиться, вот инициативе, напористости, такого небезразличного отношения к городу. Вот этому так просто не научишься, поэтому я... Очень положительно отношусь к вашему сайту. Конечно, там есть над чем работать, вопросов нет. Ну, я его смотрю регулярно. Вы освещаете все хорошо. Освещаете все дела, которые там вот активная молодежь проводит. Да, ну все нормально. Вроде как бы и в большей степени это относится к молодежи. А вот может быть что-то отдельно выделить, страничку молодых? Может быть. Вот, потому что, ну, интересно. Все, по-моему... Даже потому, что вас так стали критиковать, значит, вы уже правильно все делаете. Котельнич.май1.ру. Сайт города Котельнича.